Не успев оправиться от одного вандального налета, православный храм подвергся новому. Напомню, буквально 2 месяца назад церковь на улице Нестерова закидали коктейлями Молотова. Вандалы бросили бутылку с зажигательной смесью в окно храма. К счастью, это вовремя заметили, и пожару удалось избежать. А по кадрам с камеры видеонаблюдения еще и поймать вандала. Но вот новый налет. На этот раз церковь осквернили краской. Разрисовали стены храма нацистской свастикой. Не знаю, что на это сказать даже. Но это кощунство. С православной точки зрения это грех кощунства. Убивать бы таких вот людей. Стол где-нибудь поставить этот вот позорный и привязать их. Ну зачем вот так делать? Только ремонт сделали. Все красиво было. Утром, я когда это было светло, я шел, написано было, убейте попа. Я в шоке, что я могу сказать. Свиньи. Вот и все. Надо голову отрезать таким, что могу сказать. Но это не дело. На церкви при том, что святое место. Это надругательство самое натуральное. Это так же, как пусть и рай. То же самое, понимаете? Мне кажется, не понимают даже, что делают сами. Вот в чем ужас. Когда человек понимает, он такое не делает, мне кажется. Ну, видимо, хотят как-то показать себя, проявить свои группировки. Ну или как это называется, не знаю. Камеры не забоялись, ведь показывали недавно по телевидению, что уже был такой случай, что-то молодые люди хотели этим доказать, показать. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили приметы злоумышленников. Это 2 молодых людей в спортивных костюмах приблизительно в 3:00 ночи 14 сентября из аэрозольных баллончиков нарисовали данные надписи. Кстати, по статье «Вандализм» уже возбуждено уголовное дело, но пока подозреваемые не задержаны.